to a Monta production. Ну, я думаю, минус сколько, да, минус 30, сложно говорить какие-то впечатления. Вот, меня позвали недавно в команду поиграть, поэтому собрались, поиграли. Но я думаю, сейчас парни на следующую игру сделают выводы, вот, и я думаю, лучше сыграем. Как мне сказали, значит, у них на следующий год они играют в дивизионе Б по МБЛ, задача стоит выход в дивизион А. Поэтому они этот турнир рассматривают как предсезонную такую подготовку. Поиграть, сыграться, почувствовать, чтобы качиться сразу в сезон. Можно раньше. Знаете, у меня отец играет один раз в неделю по ветеранам. Сейчас тоже себя так чувствую, один раз в недельку играю для поддержания. А так, в основном, сейчас такой период у меня в межсезонье. Тренажерка, и все, так, гоняю. А так, нет, от баскетбола невозможно отстать.